Номер 87-й, 13-й нападающий Денис Кузьмин. Номер 68-й, в три пары защитников. Уже не первый раз Амур играет. Бросок! И тут же добивание! Какое было опасное! Томаш Загорна сумасшедший момент упускает. Нападающий хабаровского Амура. Справляется Челяк не слишком удачно. Перед собой отбивает. Разгоняет защитник атаку. Филиппин. Центр. И тут перехват братиславцами. 2-2. Контратака с третьим догоняющим. Ржепиком. Ржепик подставляет, по-моему, все-таки клюшку Михаил Ржепик. 1-0. Как там шайба юркнула в ворота Аликина? Сейчас будем разбираться. Слован забивает. Вот улыбнулась пока лишь Словану. Клоп ставит корпус Попугаеву. И момент, шайба в воротах, сравнивает Амур счет. Как там она оказалась у Руденкова? Вот все-таки самый активный Игорь Руденков находит свой момент у ворот Чиляка. 1-1. Опять Михаил Йордан. На синей линии получает шайбу. Руденков. У него сегодня идет игра и... Не удалось поднять шайбу над щитком Потехину. Какой момент был. Величкин на лишь второй матч проводит за Амур в этом сезоне. Пока набранных очков у Игоря нет. Еще один наброс. И это гол! Опять отскок за Амуром. 2-1. Выбрасывает щиток Чиляк, отбивает шайбу, но тут как тут. Игроки Амура, и похоже, это был Александр Горшков. Бравчане шайбой, Руденков. Дальний бросок, и вот сейчас можно сыграть на добивание. Опять подними шайбу, быть бы голу. Опасный момент, и тут, конечно, близок был к тому, чтобы забить Никита Попугаев. Играл тут. Возможно, тяжелые минуты для Амура, да и, возможно, и для Слована впереди. Ой, здорово! Выскакивает Ржепик из-за спин защитника и чуть было не переиграл Аликина Михал. Да, если бы он бы забил бы и вновь. Простая игра, мы сейчас видим в исполнении Амура уход к носовом платочке. Чур обыграл соперника, здорово. Завез шайбу в зону, бросок. Аликин. И продавили, вот это да! Продавили братиславцы эту ближнюю штангу. Видно, не так жестко Аликин поставил щиток. И Слован сравнивает счет, 2-2. Вот это да! Сейчас других. Амур Слован. Пока ничья. И уже времени не так много будет, если кто-то сейчас забьет и выйдет вперед у команды проигрывающей. Догнать, возможно, уже шансов практически не будет. И Амур идет вперед. На пятак передачи. И заметалась шайба. Ушенин. Вячеслав Ушенин, 3-2! Вот это да! Как будто почувствовал я, что мало уже будет времени, а теперь уже говорим точно, минута 23 будет условно, чтобы отыграться. Да!